гости. Увидит свой постер, поставит тебе мостик, отжарит как ростбиф. Ты сосала под сосной, там где сосны. Пенис Райана вылечивает десны. Райан грозный, мотик двухколесный. Все думают, какой же он горячий, боже, что с ним. А ты нечаянно увидела Райана, пока сидела в пабликах ВКонтакте на окраинах. Посмотрела фильм и узнала в нем хозяина. Без него твоя вагина будет неприкаянной. Это Райан, все знают, это ход, сука. Да, я знаю, твоя бойфона, это кот, сука. Ну как можно быть таким негодяем? Это Райан, сучки, сосаем. Сегодня утром встал рано я. Увидел в зеркале не Романа, я, а Райана. Вышел на кухню и сварил американо. Надо быстрее собираться, скоро вылетаю в Каны. Сошел с трапа и сразу встретил Клуни. Он делал хуни, полурусский меликунис. Я сделал вид, что все окей, спросил про еды. Он пускал слюни и принимал флюиды. Вышел с аэропорта, увидел мини-купер. Смотрю на мини-купер, в нем сидит Брэдли Купер. Может показалось, может что-то перепутал. Да не, это точно Брэдли Купер, но супер. Запрыгнул в такси, за рулем был Де Ниро. В машине пахло сыром, зефиром, кефиром. Он повернулся и сказал, я тебя знаю. Ведь ты же Райан, сучки, сосаем. Я подошел к этой соске, сука, ты горячая, словно Райан Гослинг. Такой же милый, каким был и Бродский. Не Маяковский, это Райан Гослинг. Меня все узнают по моей прическе. Не такой же модный, как и Райан Гослинг. Когда он руна пишет на моей повозке, он был горячим, словно Райан Гослинг. Гослинг. И я приветствую вас, мои дорогие зрители. Я почему-то был уверен, что песня будет идти дольше. Она идет 3,5 минуты, но почему-то она идет 2,5 минуты, а потом еще минута тишины в звуковом файле. Ну ладно, это был прекрасный микс песни Райан Гослинг, великолепной группы «Прыгай, киска», перемешанная с треком «Real Human Being», да, из фильма, из всеми любимого фильма «Драйв». Безусловно, безусловно. Я вас всех категорически приветствую в очередной раз на своем стриме. В очередной раз сообщаю, что вы можете мне задонатить на перечисленные кошельки. Ну и все в этом духе. Естественно, все идет на развитие проекта и так далее. Да, это игра Victor Vran. Ну вы видите часть ее, которая не скрывается за моей небритой мордой. Это новый типа hack and slash RPG или же Diablo клон, если говорить проще. Вид сверху, вы мочите уродов всяких. Оу, музычка, кстати. Вот. Что еще можно здесь добавить? Я так подозреваю, что эта игра будет очень похожа на этого «Невероятные приключения Вана Хельсинга». Если помните, тоже недавно выходило, аж 3 части. Я даже на первый делал обзор когда-то. Ну, секшн RPG простенькая, миленькая, веселенькая. Ну, посмотрим. Я надеюсь, она хорошая. Я слышал много хорошего про нее. И надеюсь, она мне понравится. У чувака есть двухстволка. Игры, где есть двухстволка, это всегда золото. Так, спасибо за отличную песню. Ну, «Прыгай, киска», потрясающая группа. Как ты относишься к стриму Фостера с Айтипедия? Никогда не смотрел. Фасоль встала. Ой, сейчас буду Техас. Ой, ладно, неважно. Где? Ладно, ладно. Райан Гослинга лафить. Окей, давайте просто посмотрим на игру. Так, 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 так. Очень, очень шумная игра. Надо чуть-чуть потише сделать, а то я оглохну в наушниках. То есть потише, а вам наоборот погромче. Скажите, короче, если звук игры будет чуть громче, чем я, вот. Я, в принципе, постараюсь следить за всеми делами. Так,
И настройки посмотрел, 60 FPS выдает, значит, все хорошо. Не выключай музыку из Hotline, под нее будет веселее убивать уродов. Кстати, вполне вероятно, но я хочу более-менее как бы обзорный стрим сделать, знаете. То есть я поиграю там полтора часа, и мы решим, хорошая эта игра или нет. Выделим плюсы и минусы. И сразу же я подмечаю музыку, которая очень напоминает первое, собственно, и второе Диабло. Загоравия? Отличное название для города. Знаете, типа страна, где все загорают. Ну ладно. Я не могу загоравия. Я не могу это серьезно воспринимать. Но как мы видим, игра бюджетненькая. То есть все игры, где комикс на интро, они все бюджетные. За исключением третьего Ведьмака. Нет, типа, в стиле анимированный комикс. Заставочки. Ну чё, сюжет из разряда главный герой охотник на монстров пришел в город, где много монстров. В штабе будут проходить конкурсы на BMW, оформленную в стиле кислотного штаба. Что? BMW? Хочешь подарить мне BMW, оформленную в стиле кислотного штаба? Давай. Яндекс деньги. Кто-то задонатил 200 рублей на Яндекс деньги без комментариев и прочего. Огромное спасибо, чувак. Я вынужден даже в итоге сделать вот это вот. Огромное спасибо за пожертвование. Сейчас надо выставить до на дня. Edge Bloodborne на ПК. Кстати, да. Более или менее. Так, работает? Блин. Почему 30 FPS? Я просто реально перед стримом настраивал графон. То есть сейчас графон относительно скрученный. Тут был 60 FPS. А, вот тут 60 уже. Ну, ладно. Ладно, а тут 40. Давайте посмотрим, может что-нибудь еще можно скрутить. Фигово иметь плохой комп, да? Тени, блин, не хочу тени. Растительность вот не нужна. Растительность не нужна. Без травы поиграем. Течение. Визуализация ландшафт в среднем. Посмотрим, может чуть лучше будет. А, ты играешь, да, играю на геймпаде. Слишком зашкваристая шутка для комнаты. Я даже не помню какая. Здравствуй, Commander One Love. Очень странное управление камерой, кстати. Я, кстати, пытался на клава-мыши поиграть сначала. Было неудобно, на самом деле. Его комментарии. Физики нет, пацаны. Ладно, как мы видим, собственно, на X я бью мечом. На Y я использую какую-то суперспособность. На B я использую какую-то еще суперспособность. Это очень просто, то есть упрощенный экшен, RPG экшен. Ролик по FNAF это круто. Ну вот, блин, вот скажите, он был смешным, вот, блин. Я просто, ну, зачастую, вот я сделал, типа, я рассчитывал сделать смешное видео, да? Было ли оно смешным на самом деле? Потому что не было ни одного комментария из разряда «Ахахахахаха, ржу не могу, просто убейте меня, я не могу остановиться смеяться». Я не знаю. Я хотел развеселить людей. И я не уверен, что у меня получилось. Ну, ладно. Может, просто у меня аудитория такая, которая не выражает эмоции таким образом, да? Смешным не был, просто забавный. Вот, плохо. А должен быть смешным. Это очень странно. О, прыжки по стенам. Охренеть. Нифига себе он прыгает. К этому будет сложно привыкнуть. Я ржал в моменте, где про девственника. Окей, это да, это был неплохой момент. Hello. Who goes there? Hello, hello. Can you hear me? A voice in my head. What else? If you can hear me. Честно говоря, смешно не было. Было похоже на Гуфовского. Я же не пытался копировать Гуфовского на самом деле. Это вы себе напридумывали уже. Чё? Он хочет, чтобы я спрыгнул? Ладно. Блин, нельзя спрыгнуть.
Мы уже обсуждали этот вопрос на стриме по Футураме. Ну да. Но тогда был другой ролик. Так, а я... Я могу перекатываться? ЛБ, блин, неудобно. Ну ладно, ну в принципе я могу перекатываться, это хорошо. Новая запись. Ага, тут есть бестиарий и все такое. Прикольно. Ну что, хорошая игра, не знаю, пока нормально. Играть, в принципе, приятно. Блин, самое важное, чтобы здесь была всякая фигня с лутом, знаете. Миллионы разных красивых мечей, которые ты можешь еще улучшать и все такое. Ворот крепости крепко заперты, я смог пробиться внутрь через решетку канализации, судя по всему. Ага, мы пробираемся внутрь крепости через канализацию, как обычно. Игра в стиле Diablo, но в ней есть прыжок. В таких играх не должен быть прыжок. Но она такая более-менее аркадная, более, точнее, да, более аркадная, более развитая. Чё тут, тут вот даже прокачки я чё-то не наблюдаю. Где вся прокачка, скажите мне? Инвентарь пустой. Отстойще. I know this place. А еще главный герой похож на снайпера из Team Fortress. Oh, watch out, Hunter. Those dummies look tough. They outnumber you. You should consider retreating. Ладно, бред. Что у нас тут? Нажмите, чтобы выпить лечебное зелье. Нажмите, чтобы активировать... О! Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Сила демона. Ух ты! Охренеть. Отлично. Вообще четко. А когда я смогу еще раз воспользоваться этой штукой? Ну просто делаешь обзор, стоя у стенки, копируешь 6500, делаешь смешной обзор на игру, копируешь гуфовского логика Рунета. Да я не знаю, я даже не думал реально о гуфовском, когда я делал это. Отвечаю. Был просто... Шуточки. Шуточки, чувак. Шуточки. Почему я не могу использовать демоническую силу опять? Почему плохо? Просто хотел сделать смешное видео на тему. При этом как-то, ну, актуальный вопрос поднять из разряда. Какого фига всем это нравится? Это же глупо. И... Какого фига Konami закрыли Silent Hill? Что с ними не так? Я подобрал дробовик. Я могу только носить дробовик или меч? Ну это отстойно. Почему я не могу и то использовать одновременно? Это было бы охренительно, блин, это было так классно. Но теперь он еще больше похож на снайпера из Team Fortress. Реально, типа, пам, помахал, помахал. Даже нет какой-нибудь кнопочки для того, чтобы быстро, типа, поменять. И атаки какие-то одинаковые вообще. Простой удар. Остальные перезаряжаются, так что ладно. Так, и что дальше? А, дверь открыли, ну ладно. А насколько неадекватных людей ждешь на Стиме и в РК? Чего? У него просто такое чувство юмора, оно немного похоже, его в этом винить нельзя. Не знаю, наверное. Common... Так, не понятно. Посмотрю сейчас хоть геймплей этой игры, а то давно ее подарил своему знакомому и все, больше ничего не слышал. Ты что-то все людям, Чарльз Эллингтон. Все людям, ничего себе. Все людям. Добро. Как же, подумай о себе, наконец. Так, что-то нам обнес подвалы, ну ладно. Блин, ну это не круто, реально. Воу, я что-то сделаю, могу теперь быстро бегать. Какой-то адреналин или типа того. Почему я не могу магию использовать? Вот, я вот одного не понимаю. Нельзя даже бегать и стрелять. Помните, игра была? Heavy Metal Fuck 2, по той вселенной Heavy Metal. Вот, там, короче, можно было ходить с мечом в одной руке, с автоматом в другой, там были классные комбинации и все такое. Это было очень круто. Не знаю, почему они не сделали здесь такого. Ну, это мне не нравится. Я хочу ходить с мечом. С мечом прикольно. Опа. Yes, you found it.
Оу, сокрушительный меч. Чем он отличается? Урон намного больше. А чё вот это вот за мишень? 6%, а на моем 10%. Непонятно. Но он стоит дороже, значит мы должны его использовать, так как он дороже. Почему оружие светится вообще, я вот не понимаю. Уничтожение. There's something about that voice. Something I can't quite place. I've fought and slain many. Давай я предзакажу тебе любую игру на ПК. Кому мне? Да не, не надо, зачем? Мне играть-то не во что, не на чем в эти игры, чувак. Замок Загорье, последний маяк надежды в этом забытом богом городе. Здесь есть выжившие, сильные, угрюмые, отчаявшиеся. Интересно, как долго я смогу использовать его в качестве базы, пока силы тьмы не почуют живые души за его крепостными стенами. Так. Ты не мог использовать магию, потому что надо навестись на противника. Появится кружок вокруг противника, и тогда можно будет. Ну какая дичь вообще. Выберите костюм. Костюм кавалера. Чё за сутенерский наряд? А вот это прикольно. Очень напоминает костюм из игры на PlayStation 2, как же она. Нам тоже, короче, от первого лица шутан такой классный, нежит отстреливать. Костюм странника. Дичь. Вот этот вот костюм снайпера из Team Fortress лучше всех. Выбрать сложность. Нет, я знаю, что высокая сложность в таких играх превращается в тупой дрочь. There are survivors after all this time. Оу-оу-оу, FPS прям вообще упал. Сколько деталей на экране. Комплекс выдерживает. Есть один ютубер, Pony Stew, у него на канале есть рубрика «Вся суть». Ее постоянно просят сделать видео в эту рубрику, он делает, получается, похоже на Гуфовского, его все обсирают, лол. Выбрал ноут? Нет, пока нет, это еще через месяц будет происходить, кто знает. Там как раз... Мы как раз должны просто пойти, я так думаю, ноуты с 10-й виндой, и вот это я уже буду смотреть. Голд! We alchemists are said to transmute gold into air, but it's all for the benefits of science. Окей, понятно. Если ком захочет, чтобы я кому-то что-то подарил, то пожалуйста. Чувак, зачем? Зачем я буду это делать? Зачем ты будешь это делать? Так, что у него тут? Танцующий дробовик. Блин, а что у него только вот эти вот обрезы будут? Они нельзя, например, с винтовкой такой большой ходить? Мне вот в Ван Хельсинге это больше всего нравилось. Вот этот вот тоже экшн-РПГ, The Incredible Adventures of Van Helsing. Там можно было ходить с двумя пистолетами или с такой большой нормальной винтовкой. То есть немного, конечно, оружия. Ну, небольшое разнообразие, чуть два оружия, но все равно классно было, мне нравится ходить с винтовкой. А тут, ну не знаю, посмотрим, конечно, во что это выльется. Трансмутация, можно стать еще оборотнем. Купил бы сейчас ноут, а потом обновился до десятки. Да мне сейчас не нужен ноут, чувак, это я вот в сентябре буду переезжать в Питер, тогда мне понадобится. Я еще все надеюсь, что доллар чуть-чуть опустится хотя бы до стабильного полтинника, и они подешевеют чутка. Or maybe you'll just die like all the others. Okay. My name is Victor Vran, and I didn't expect this kind of warm welcome. Listen, Vran. Мне плевать. Правило одно. Не обещай невыполнимого ее величеству. Каждый день я стараюсь уберечь ее, что город не спасти. А ты укрепишь ее решимость остаться в этом проклятом замке и умереть в нем. Если это случится, отвечать будешь лично ты. Понятно? Мне иногда нравится просто читать пафосные фразы. Ну да ладно. О, открыть карту. А, прикольно. То есть я могу по этому вот царству путешествовать, да? И выбирать места. Но пока я ничего не могу выбрать. Ладно. Доллар можно и за 37 брать, как я. Ну охренеть-то, конечно. Ловкий. Вообще впервые слышу, что ноут я собираюсь брать. Да не, я переезжаю в Питер, естественно, я свой комп не потащу. Да еще он устарел, мне новый нужен. Поэтому я куплю ноут, чтобы с ним ездить нормально.
My prayers will be with you. Что вы несете вообще? Люди, ты уже наконец королева? Хорошие сиськи. Thank you for answering our summons and bringing your sword to our cause. Soon we will push back the enemy. Okay, Your Majesty, I would gladly see you to see. It is not safety that we. No further help is coming, Your Majesty. You may believe no help is coming and have given up. Thank you, Your Majesty. Понятно. Могли бы не впаривать мне весь этот сюжет, то есть сюжет и так минимальный, но можно было бы сделать еще меньше, потому что жанр таков. Сюжет не нужен вообще. Я был бы доволен сюжетом из разряда «Оло, я охотник, пришел, короче, в город, где монстры. Пора бить морда». Использовать силы демона, победить паучьи яйца, уничтожить все паучьи гнезда. Короче, убить все. Все, что ты видишь. Если будут проблемы с игрой, типа навыков, я подскажу. Игровой ноут? Ну что значит игровой ноут? Мощный ноут. Ну не знаю, насколько мощный. Насколько мне хватит денег, чувак. Поэтому мне нужны все ваши донаты и все остальное. Скажи Чарльзу, чтобы он мне Skyrim подарил. Чувак, зачем? Зачем я буду это делать? Я могу попросить его подарить Skyrim мне, хотя он у меня уже есть. Ну так, ну в принципе убивать весело, но я бы ожидал, хотел чего-нибудь другого, кроме пауков. Ну, то есть, пауки это такой унылый дженерик, знаете. Ну, пауки, скелеты, не знаю, орки. Орки было бы и то веселее. Ну ладно, мы боремся с монстрами, с тьмой, да? Тут не может быть орков. Это нетипичная фэнтези. Ну, я не знаю, какие-нибудь еще твари, какие-нибудь страшные, вот... Ван Хельсинг выгодно отличался тем, что там было много, типа, славянской этой мифологии. Поэтому там было много всяких русалок, там, каких-то водяных, да? Ну, еще такое, что было в Ведьмаке, например. Ну, интересные были, короче, монстры. А тут пауки. Ну, это скучно. Значит, как пауки смогли поселиться в саду королевы? Где охрана вся? Или они просто забили, охрану убрали. Ну там монстр, ну подумаешь. Пойдем попьем чайку. Скажи привет Труди. Привет Труди. Чувак, пока пауки, потом будет огромная толпа демонов, как в других подобных играх, я уверен на 100%. Вопрос лишь в том, насколько это будут прикольные демоны. Вот. Тесла-оборотни. Блин, Тесла-оборотни были охеренные, да. Здесь не хватает. Пауки — это скучно. Клещи. Ну вот. Невероятный герой, который спасет мир, борется с клещами. Достойная вообще работа. Я все равно не понимаю, как магией пользуются чуваки. Недостаточно овердрайв. А, я должен, типа, нафармить, типа, адреналин. И тогда мне будет доступен спелл. Понятно. Вот, я такой нафармил, короче, такой. Бум! Пиш-пиш-пиш-пиш-пиш-пиш. Прикольно. Не, ну, мне нравится, что он с геймпада хорошо играется. Удобное управление. Перекаты, все дела. То есть она хорошо как экшен играется именно. О, что у меня, левел ап? Ну-ка. Уровень, да, 2. Поздравляем, теперь вы можете использовать карты судьбы, открывающие массу пассивных способностей. Но я бы хотел быть активом. Для использования карты требуется свободная ячейка судьбы и очки судьбы, очки судьбы. Количество очков и ячеек увеличивается на определенных уровнях. Окей. По дополнению к новой способности, с каждым новым уровнем будете получать призовой предмет. Выбрать награду, чтобы повысить уровень. Окей. А, плюс 200 к здоровью. А, вот такая у нас, значит, прокачка, да? Мы выбираем карту, и это дает нам пассивный скилл. Плюс 5 к урону в ближнем бою. Ну, давайте, криты — это всегда хорошо, да? То есть криты у нас во всех ситуациях будут плюсом, поэтому возьмем их. Новый уровень.
Ну-ка. Карта судьбы. Я не могу посмотреть сейчас свои карты судьбы. Костюмы. Я ничего не понимаю. Оружие, вспомогательные средства, силы, карты судьбы. А, у меня две ячейки, да? Понятно. Я должен заработать карты судьбы и вставлять их в свои две ячейки. Хорошо. Ясно, понятно. Ты говоришь, что хочешь пойти куда-нибудь в игровую индустрию. Сейчас работаю игровым аналитиком. Это достаточно интересно, в отличие от любой другой офисной работы. Так что это хороший выбор. Ну, естественно, чувак, это хороший выбор. Я об этом мечтаю лет с 12. Чё с ним? Чё он светится? Чемпионы. А, типа есть монстры-чемпионы, ну ок. По-моему, это прям как в Ван Хельсинге. А тогда ты будешь продавать свой комп потом? Не, он нормальный, он родителям останется. Ну, то есть как, он... То есть он довольно мощный. Я могу сказать, но он недостаточно мощный для игр. А для работы он... И вообще для простых вещей он вообще отличный. И надежный. Что самое главное. Может ли школьник получить аудиторию, не записывая бесконечные летсплеи и гайды по Майнкрафту? Конечно. Чё, нет-то? Быть адекватным и делать нормальный контент, мне кажется, любой может. Гроссмейстер? Прикольно. Я убил гроссмейстера. Прикольно. Че у меня? Меч? Дробовик? Че мне давить? Кривляйся на камеру и будь милым. Ну блин, да, это конечно вариант. Вот знаете, в чем плохой момент, неприятный? В том, что порог милости для девушек намного ниже. То есть парню, чтобы он был таким милым, да? Ну как популярная личность, ему надо быть, ну вообще быть очень милым. Девушкам проще в этом. Я ничего не понимаю. А, я... Очень странно работает инвентарь, короче. Очень странно. Мощный дробовик. Почему у меня выбран дробовик? Чёртов. Я... Как мне взять что-нибудь другое? Я не понимаю. Я могу выбирать только это или то. Только или этот меч, или этот дробовик. Я не понимаю, как работает инвентарь. Что я делаю не так? Избранное. О, внезапно, наконец-то. А, понятно, я на крестовину просто был, использовал. Ладно. Крушительный меч 3056. 15-34-29, понятно. Мы берем вот этот сокрушительный меч. А я могу, типа, добавить в избранное, да? Например, вот этот вот... Или чё? 15-34-25-41, например. Хотя это красивее, определенно. Да, и вот этот вот меч тоже добавить в избранное? Или я не могу? Ну ладно. Предположим, я вот добавляю тоже в избранное. Смогу ли я какими-нибудь быстрыми клавишами выбирать теперь оружие нормально? То есть где я вот это вот избранное? Где? Как мне включить избранное? Ладно. Что это за 2002 год на экране? Да нет, ну как бы, чё ты ждёшь от такой игры, какого графона, плюс он у меня скручен, чтобы 60 FPS были стабильные. В принципе, выглядит нормально, чувак, это тебе не вчерашняя вот эта вот игра про самураев. Хоть шар. Ладно. Слабая сущность иния. Это сущность иния, ну ок. Достаточно овердрайва. Нам нужно больше овердрайва. Блин, почему реально?
Нельзя выбирать там быстрый доступ к оружию. В Скайриме даже было. Опустил пару твоих последних стримов. Отсюда вопрос. Следующий МР будет по Евангелиону. Нет. По Евангелиону МР будет через один. Потому что, ну, то есть я... Когда мне заказали, я уже делал одну мультреволюцию. Соответственно, я ее доделываю. Она выйдет на следующей неделе. В начале следующей недели. И после этого я сяду делать Евангелион, который выйдет, ну, я не знаю, где-то... Ну, думаю, в районе 20 августа, может, чуть раньше. Главное, чтобы они убрали кат-сцену во время... Так, ладно. Там уже какие-то другие вопросы. У меня заканчивается овердрайв. Так, я надеюсь, мне стрелочек правильно показывают, куда идти, то есть... И она вообще показывает мне, куда идти, или там просто север? Не, показывает, куда идти. Ну ладно. В эту игру вроде в коопе прикольно играть. Ну то есть, я слышал, и тут есть кооп и всякая развитая фигня. То есть, если в нее можно играть вдвоем за одним компом, я думаю, это вообще отличная игра. Но я пока этот вопрос не изучал. Онлайн и мультиплеер тут точно есть? Имя написано вроде. Ты не офигел, когда тебе занесли денег на обзор? Ну ты посмотри стрим по... По Rocket League был стрим, вот. Смотри, запись там. Ну я долго ржал на самом деле. Ну короче, да, немножечко офигел. Я не думал, что кто-то на самом деле это сделает. Я это, когда на Патреоне, как бы, такой пункт писал, он был больше таким, такой отмазой. Для людей, которые просят меня все время что-то делать. Да, я такой, о, ну хотите, чтобы я сделал мультреволюцию на ваш мультфильм, как хотите? Ну, вот, заносите мне 100 баксов. Я не думал, что кто-то на самом деле занесет. Но, видимо, как бы время шло, подписчиков стало больше. Я не знаю, я стал более уважаем, наверное. И появились люди, которые действительно согласны это делать. И даже не обязательно, потому что им интересно. Может, они хотели просто поугарать. Ну, чувак поугарал. Раз заносит соточку, можно и до 200 поднимать. Да ладно, соточка — это, ну, большая сумма, я считаю. И, ну... Может быть, потом, когда, я не знаю, будет у меня 100 тысяч подписчиков. Я просчитал примерно вот 5500. То есть, конечно, это не совсем оправдывает время, которое я потрачу на создание, да, по Еве, например. Но, с другой стороны, это круто. Все равно, за одно видео это отлично. Для меня. Ну, то есть, блин. Ну, в общем, сплошные плюсы, что я хочу сказать. Люди получат ролик, который они хотели. Возможно, он будет очень классный, потому что это явно будет, ну, необычная мультреволюция, которую я обычно делаю обычно. Типа, а, посмотрите, какой классный мультфильм. Какой интересный мультфильм. Но это будет нечто другое, потому что я определенно не фанат Евангелиона. У тебя появились богатые влиятельные покровители, да? Главное, чтобы они не пропали теперь. Деньги на обзор будут, наверное, на аниме собирать. Ну вот, когда-нибудь, я думаю, теперь на Боку но Пику занесут обязательно. Почему-то я думаю, что теперь они это сделают. Чисто поугарась. Да, вон чувак как раз написал. Боку но Пику. Только оно. Сколько ж тут пауков? Мне уже задолбали эти пауки. Это уныло, реально. То есть, оно хорошо играется, очень приятно их резать. Но это сраные пауки, это скучно. Где вообще полоску... А, тут есть вообще полоску опыта? Чё вообще я прокачал-то? А, уровень 3. Уровень здоровья героя повысился, да.
Шальма. 10 критическому урону. Плюс 5 урона в дальнем бою. Нет. 10 критам, да. Случайный элемент снаряжения. Объединить с другими ящиками при трансмутации, чтобы получить лучший подарок. То есть какая-то фигня с объединением ящиков. Ну ладно, возьмем плюс 10 критам. То есть внизу вот синяя полоска, это экспа, да? Так, и чё теперь? Всё в порядке? Всё в порядке. Знадать 200 на букву, на пику. Ох, щем. Ну серьезно, что особенно в Боку на пик, кроме детей и трапов? Ну, в принципе, ничего. В принципе, я не смотрел еще Боку на пик, так что. Ты мне там не спойлери. Такой алтарь какой-то. Следы на стены хентай настоящие. О, это будет интересно. Мне, я правда не смогу большую часть видео вставлять, но. Origin сдулся. Через несколько недель ваша учетная Origin будет переименована. Записи А, чтобы лучше соответствовать услугам и играм А. Идентификатор предпочтения и история заказа вашей учетной записи останутся без изменений. Так, ну, я не понял суть, чувак, поста. Но они просто переименовывают, чтобы, ну, статус компании был. Чтобы с Electronic Arts ассоциировалось все. Так, я выполнил какие-то задания все. Сколько экспыта? Сколько экспыта? Уровень 4. Теперь можете использовать второе оружие на свой выбор. То есть, возможность переключаться между оружиями — это отдельный хитрый скилл. Охренеть. Ну ладно. В каждом новом уровне вы будете получать призовой предмет, выберите награду, чтобы повысить уровень. Ух ты, кстати, коса. Коса — это прикольно. Мощный дробовик. Коса или молот? Вот в чем вопрос. Молот. Это против пауков хорошо, но я и так пауков нормально жарю. У меня коса как-то больше возбуждает, чем молот на самом деле. Ну просто. Блин, коса — это круто. Но молот явно мощнее. Давайте молот. Раз уж мы. Оранжевое оружие не берем, но давайте будем же логично. Так, как мне переключать оружие? Давайте, поясните мне. Дробящая... А, кстати, у другого оружия другие вот эти вот дополнительные скиллы, это классно. Я, правда, все равно не понимаю, как эти скиллы работают. Носит тяжелый урон и вызывает состояние увечья в зоне действия. Ага, удерживать кнопку, чтобы увеличить урон, при полной зарядке дает бронебойность. Громящая атака... А, понятно. Вызывает состояние похищения жизни. Это так смешно. Так, что там у нас? Ага. А как переключиться-то мне? Забыли сказать, да? Ладно, предположим, если у нас... Если у нас в одной руке молот, в другой давай поставим... Блин, чё так криво работает? Другой поставим какой-нибудь дробовичок. Вот этот. Так, а как переключаться? Зачем ты это сделал? Понятно. Ком потемнел. Чё, надо свет включить? Вы это слышали? Вы это слышали? Да? В смысле, что говорил? Я только тебя слышал. Как
Какие-то дети, короче, непонятно, что делают. Ладно. А, так. Ну, молот, это прикольно. Какие у нас задания-то вообще еще? По-моему, вот так смотри. Победите яйца, победите гнезда, победите мага. Окей, пойдемте. Вики, это such a fun place, full of ancient things, okay. Terrible things, things that go. Как будто 10 уровень. Too bad that you can't go inside. Perhaps when you're a little bit taller. Я не знаю, что за дети там вообще. О, бодрость! Бодрячком. Там... Так, это увечье, вот это слабенькое, которое станет. Ууу, вообще четко. Ладно, пойдемте дальше по стрелочке, может куда-нибудь придем. Маг орды демонов, очень большие орды демонов. Ну, надеюсь, надеюсь. Что за дикие дети? Я вообще не понимаю, в чем суть. Че эти дети? Они там какой-то... Там какой-то чувак, короче, я так понимаю, где-то надо мной сидит и орёт на другого чувака, который внизу под окнами ходит. В итоге они орут просто друг на друга. Я хз, ладно. Ну, в принципе, если замастерить все, но как бы не очень интуитивное управление, мне кажется, знаете. Похожая тема была в DMC последнем, там, когда между оружиями ты переключался. И то там ты переключался между реально огромным количеством оружия. И это было проще, чем здесь. Я считаю, они должны были сделать, типа, а у тебя одно, всегда одно рейнджовое оружие и одно ближнего боя. Как бы ты две разных кнопки для атаки этим оружием, не знаю, кажется, было бы удобнее. Но, с другой стороны, также ведь тут важно, что у каждого оружия здесь свои супер эти удары, так что, не знаю, ну, не очень интуитивное управление большим количеством вооружения, мне кажется, ну, ладно. На 200 бачей ты можешь купить себе новый PS3, зачем я буду это делать, PS3 сосет. Я бы, может, PlayStation 4 бы купил, ну, если так. And here I thought I was the last living hunter in this damn city. Victor Vran just arrived. Почему главный герой всегда говорит вот так вот? Виктор Вран только что прибыл. Задерживаться не намерен. Почему он не может быть реальным человеком? Знаете, одна из причин, почему фильмы Marvel сейчас популярны, потому что у них всегда все герои очень живые, все такие нормальные, по крайней мере, главные герои. Только некоторые злодеи чересчур пафосные, такие придурочные. А герои все простые, обычные люди, с которыми могут ассоциироваться, ну, ассоциировать себя, зрителя. Мне не очень приятно играть за чувака, который только говорит таким голосом. Ведь он такой пафосный и крутой. Он настолько крутой, что своей шляпой он даже закрывает свои глаза. Возможно, он ничего не видит, но это не важно, ведь главное — это имидж. Дичь, короче, не знаю, мне это не нравится. Я бы лучше вот за эту тянку играл, я не знаю, у него котелок классный. Максим, отличный комментарий. О, бобень, уже знаю, кого придется спасать. Хельсинг. Ван Хельсинг. Ну да. Даже Роршах более-менее живым выглядел и таким, ну, адекватным, но потому что по нему было видно. Он прям очень избитый по жизни чувак такой. Очень суровый. Особенно в конце, когда он маску снимает, но по нему видно, да? То он такой. А это он просто так говорит, потому что ему так нравится. Сама игра какая-то странная, как по мне. Зато музыка очень приятная, медитативная. Ну, геймплей нормальный. Геймплей адекватный. Мне насрать. She has another reason to stay here this long, I'm certain.
А вот в этой ситуации было бы прикольно, если бы в игре была реальная физика, знаете, то есть ты бьешь по скелету, он разваливается просто на куски и во все стороны. То есть реально замахиваешься со стороны по скелетам, и ты реально разбиваешь его на куски. То есть в зависимости от того, как удар попадет. Не знаю, всегда этого хотел. Заряженный удар! Голос ГГ, Кунг Фьюри, нет. Да, но в Кунг Фьюри была пародия, да, ведь так? Он там специально таким нелепым голосом говорил, потому что Кунг Фьюри такой фильм. А этот, блин, просто, ну, не нравится. Молот на самом деле не очень, мне больше нравится быстрое оружие. О, что это? Я в каком-то был диком режиме. Режим дичи активировал. Марио в шляпе опять спасает принцессу Пич. Так Скайрим же... Да, кстати, в Скайриме это классно реализовано. Мне это нравилось, да, очень. Хотя было потом странно, знаете, находить, типа, какую-то отдельную голень скелета в другой комнате вообще. И из этой голени доставать, в общем, все обмундирование скелета, которое у него было. Это было странно. Так. Ну, опять, просто убейте все, найдите два секрета. Победить монстра, не получив урона. 70 монстров забить, не получив урона. Ну, не знаю, в принципе, это несложно. Затхлый слой. Слушайте, вот это уже интересно. Вот это уже нечто. Такое прям. Чё он такой быстрый? Задолбал уже. Голодный дух, окей. Это дебафы все только нам не очень долго висят, меня это раздражает. Чё-то скучная игра. Да не, нормальная. В принципе, играется весело. Но я бы сказал, что Ван Хельсинг получше, наверное. Я думаю, она в коопе очень классно играется. Ой, это на меня метеоритный душ? Сколько тут скинул? Метеоритный душ. Дождь. О, шарики опыта. Шарики опыта, класс. Это доставляет каким-то образом. Это всегда в играх доставляет, когда ты собираешь много каких-то смешных штук. Они очень таким с приятным звуком подбираются. Это всегда классно. Типа, знаете, вот в Марио монетки собираешь, это самый примитивный инстинкт. Это всегда так доставляет. И в каких-нибудь... О, самое крутое, это когда в Bullet Hell'ах... Bullet Hell'ах... В Bullet Hell'ах, короче, когда... не знаю, собираешь тысячу чего-то. Это прям так вообще сочно. Тысяча звездочек. Вот я играл в игру, как же она называлась-то... ну, короче, с пиксельным графоном и стимпанком Bullet Hell... Ну, короче, я думаю, кто играл, тот понял, о чем я. И там эти механизмы ты подбираешь прям сотнями. Это всегда такой кайф, не знаю. Так, а что я вот... Интересно, как это работает? Что мне дает вот эта вот скорость синяя? Блин, ну не знаю, управление не интуитивное. Привык к другому управлению, что ли. Перекатываться, например, я бы хотел на какую-нибудь Б. Ну я не знаю, видимо, это инстинкт из Dark Souls'ов. А тут перекатываться на левый shift, на левый триггер, это вообще неудобно. Ну непривычно, ладно, неудобно, непривычно. Я нашел секрет, наверное.
И нельзя перекатываться, разбивать при этом вазы. Просто 0 из 10. И субтитры вообще сверху. Да, очень странная игра. Касса. Я все-таки получил свою кассу. При получении удара в ближнем бою создает взрыв. Окей. При нанесении критического удара происходит ледяной взрыв. Окей. Ящик с подарком. Содержит случайный элемент снаряжения. Нравится. Вот мне вот это вот нравится. Сука, прикольно. Так. Положим коса. Давайте попробуем косу. А как мне вот ее... А, вот так вот. Ага-га. Блин, я хочу другой обрез, что ли, не знаю. Реально, почему нет? Ну, может, потом будут большие винтовки? Так, ну, пока почему-то нет. Блин, я думал, коса будет быстрее бить. Но вот это вот классный удар, да. Пойду шарлотку поем с чаем. Поешь шарлотку. Я предпочитаю штрудель. Штрудель. Шарлотка дауны соснули у штруделя богов. Да, приятного аппетита. Элитный мир. Нет, не смотрел. Оу-оу-оу, что-то меня прям дамажит, слушайте. Блин, знаете, чему бы я порадовался здесь? Тупым обычным зомби, знаете? Но с зомби проблема в том, что, мне кажется, их было бы трудно, то есть, сделать. Когда ты делаешь зомби, ты должен сделать, ну, чтобы зомби различались все немножечко хотя бы. Видимо, в этом проблема. Многие хотят делать зомби, потому что надо делать нормально. Но я был намного более счастлив, если бы вместо скелетов тут были зомби. Ну, просто ожившие мертвецы, которые крут на тебя. Они же, смотрите, они такие же медленные идут. Добавь им просто кожи. Кому-то можно дать там оружие, вот этот падший рыцарь там старый. Было бы офигенно. А так, ну... Рядовой нычка. Чё-то из разряда рядового куча прям, слушайте. А еще, возможно, возрастной рейтинг. То есть ожившие мертвецы — это все-таки мертвецы. А скелеты — это все-таки какие-то дурацкие скелеты. Рядовой нычка. Я не могу серьезно вспоминать чувака с именем Рядовой Нычка. Игра, о которой ты говорил, да, Джеймстаун. Сбежал, бросил... Видите ли? Я не хочу, конечно, выпендриваться, но я трус. Господи. Господи, ну что за чушь? Рядовой Нычка. Да. Что я не сделал? Убить мага... Использовать силы демона. Какие еще силы демона? Рядовой снежок. Эй, нычка, заныч себе в инвентарь кольца с урона, то прятать вообще негде. Да, можно придумать целый ряд подколов, если бы ты служил вместе с рядовым нычка. Я бы хотел игру, короче. Или даже фильм. Ситком, знаете? Ситком, где ты, короче, служишь охране, не знаю, дворца. В городе, на который напали демоны. У тебя в отряде, короче, есть рядовой нычка. И можно придумать огромное количество шуток про рядового нычку. Рядовой пирожок. Чё? Чё сказал? Чё ты сказал? Вообще охранил. Блин, долго перезаряжается этот вихрь. Приключения рядового
Нычки. Это был бы что-то из разряда, знаете, сериал Мэш, или там тоже ситком, но про солдат во время Вьетнамской войны. Так вот, было бы классно. Я уже это вижу, реально. Нужен просто бюджет и на главную роль взять, ну, не знаю. Адам Сэндлер мог бы сыграть рядового нычку, я думаю. А вот на главную роль, например, можно было взять какого-нибудь Эштона Кутчера, вот. Он отлично сыграл, мне кажется, в ситкоме про стражу дворца. Скелеты набегают. Можно грабить демонов или кого-то. Спасти рядового пирожка. Это уже, знаешь, звучит не как типа армейское звание рядовое, как рядовой пирожок. Типа из разряда обычный пирожок. Он был всего лишь рядовым пирожком. Но даже он смог добиться невиданных высот. Новый сериал по НТВ «Рядовой нычка». Брюс Кэмпбелл в главной роли. Ну, может быть, да, кстати, Брюс Кэмпбелл. Вот. Ну, мы посмотрим, как он себя покажет в сериале про зловещих мертвецов. Надеюсь, будет прикольно. Что будет, если Адам Сэндлер снимется в русском кино? На землю дерьмодемон придет. Да, ничего не будет, чувак. Мне кажется, Адам Сэндлер слишком... Прям в корне своем американец, он не будет сниматься в русском кино. Оу-оу-оу, да меня аж фигачит. Rest in peace, brother. Оу, закрыта... Кстати, я забыл одну штуку. У меня же... Карта тут была. Во-во-во, карта про холод, нет пустых... Так, блин, я хочу поставить, значит. 10 критическому урону. Не, вместо убрать, и вместо нее мы ставим вот это вот. Ледяной взрыв. Да-да. Тут, кстати, что, при нанесении критического удара происходит ледяной... А, тоже ледяной взрыв. Но мой чутка получше. Да, у меня 3-й уровень, это 2-го. Ок. Опыт. Да когда же вы сдохнете? О, ледяной взрыв произошел. Я думал, будет круче. Ну ладно. Нычка такой, а почему у меня кольца урон раньше не было? Потому что я еще тогда не был нычкой. Бедный рядовой нычка. Еще ГГ похож на Макс Пейна. Этот, да ну... Макс Пейн же тощий такой. В основном. Дайте хоть добью оставшихся. Вот этих вот магов не очень прикольно убивать. Потому что они сваливают все время. Разваливаются и собираются еще как минимум один раз. Такой отстой. А, я тут будет логично сделать такого, да? Прикольно очень. Я не знаю, там кто-то орёт, помогите на улице. Один из этих пацанов. Они что-то задумывают, мне кажется. Это вызовет полицию, наверное. Был бы интересный стрим, да? Да, наверное, был бы интересный стрим. Так, опять убивать каких-то чуваков, ладно. Какое же задание нам дадут сегодня? Интересно. Ну, хотя бы прокачивается быстро. Жалко, ну, как много способностей всяких ты особенно не приобретаешь. Это бы разнообразило игру хорошо. Ну, что это такое? Огненная бомба. Ну, кстати...
Содержит случайный элемент снаряжения. Давайте возьмем это. Чё мне надо? Шутки про Skyrim. Потрясающе. Да. Так, блин, мне даже не хочется ходить с косой. Я бы хотел ходить с мечом, но все они сосут. Молот Волока. Это мой молот. Я получил задание. А это просто молот. Ладно. Давайте молот. Ой. Да что ж так по инвентарю-то криво ходят. Что у нас тут? Метеорит. А нафига мне два одинаковых заклинания? 25-85. Причем мое лучше. Очень странно. Карты. А тут у нас что? А, кстати, вот сундучок. Я мне даст сундучок. Еще одна коса. Потрясающе. Я бы хотел меч. Меня задолбали уже эти косы все. Они унылые. Конечно, хорошая коса. И, наверное, мне придется с ней ходить. Но я бы хотел меч. Может быть, даже такой, знаете, большой двуручный. Я не знаю. Рапиру. Дайте мне рапиру. О, у этой косы звук какой-то прикольный. Когда она бьет. Все равно она сосет. Кто тут украл твой сладкий рулет? Чего? Кстати, о рулетах. Хочу аниме какое-нибудь посмотреть. Ну, то есть я вообще хочу мультфильм посмотреть какой-нибудь классный. Но так как большую часть западной анимации я смотрел, и трудно будет найти что-то новое, хотел бы попросить у вас аниме какое-нибудь четко. Очень рискованно, конечно же, но... Не знаю. Что-нибудь хотелось бы посмотреть интересное. Внимание, анекдот. Хитман никогда не был на волосок от смерти. Хороший анекдот, да. Ой, я убил тебя в мгновение ока. А, нет, он еще жив. Странно. Причем тут аниме и рулеты? Ну... Ну как я тебе могу объяснить? Что ты, ньюфаг, что ли? Перестань быть ньюфагом уже. Детектив Конан полнометражку, да? Но она не тупая. Lucky Star. Потом скажут, с какой стороны ешь рулет. Чувак, в этом была суть фразы про, про рулет. Я смотрел Lucky Star. Поэтому я и сказал, кстати, о рулетах. Ну что вообще за глупость? Ну, почему я должен объяснять вам шутки? Посмотри доктора Нидзуку. Доктора я смотрел только крутого учителя Нидзуку. Это что, это как-то связано вообще? Смотри монстр. О, господи. Аниме Берсерк. Берсерк я смотрел. Soul Eater, по-моему, тоже смотрел, не помню. Если он из района 2000, ну, короче, середины 2000-х, значит, смотрел. То есть это было давно, по-моему, смотрел. Самурай Чамплу, мне, по-моему, не понравилось. Про самураев мне только 7 самураев понравилось, кстати. Которая, типа, ремейк классики Акиры Куросавы. Но в виде аниме, вообще с дичью всякой. Прикольно было. Чувак, я не буду сейчас сидеть и читать описание, чего что-то там вбросил. И мог бы просто своими словами сказать. Но там, короче, дичь происходит. Прикольно, в общем. Это было бы мне достаточно. Че, я все прошел? Использовать силу демона. Нет. Смотрел, Стального алхимика смотрел, да.
No game, no life. Звучит отвратительно. Не хочу. Если это юморное аниме, японцы не умеют в юмор. Вот, кстати, насчет Джоджо, возможно, я его даже скачивал. Но там что-то их много, сериалов-то. Я так понял, есть старый, есть новый и все такое. Какой у меня смотреть-то? Паразит. Это аниме про врача, которого уволили, и бац, его бывший начальник умирает. Ну, так, не знаю. Код Гиас. Ну, не знаю. Код Гиас мне, кстати, не понравился. Хотя я мало посмотрел. Может дальше проникнусь. Паразит, Санта-паразит. Вообще охренел. А что мне делать-то? Вернуться в штаб? Штаб командора? Прямо сейчас? При всех? В Вархаммеру есть мультфильмы? Есть один, кстати, какой-то, но он отстойный. 80 человек на стриме. Странно. Кстати, я не знаю. Ну, блин, самый интересный... Ну, как по-моему, да? Самые интересные стримы, которые я могу делать, это вот выходит новая игра, мы типа вместе ее смотрим, интересная ли она и прочее. Проходим там первые пару часов игры, например. Вот. Ну, это, по-моему, самый интересный стрим, который можно сделать вообще. Но при этом мало людей пришло. И если я буду играть, например, тупо дрочить террарию бесконечно, будут приходить намного больше людей. Я не понимаю этого, ну да ладно. No Game No Life — история о том, как пара геймеров попала в мир, где все конфликты решаются игрой, потому что там правят богини игр. Чувак. Звучит как полный дебилизм, вообще конченый. Даже дебильнее, чем сюжет этого Sword Art Online. Так, что мне делать? Я должен вернуться в штаб, а как мне это сделать? Челленджи по Fallout'у нравились. Ну, челленджев тоже их надо придумать. Тебе аниме с голыми школьницами и большими сиськами? Нет, мне аниме с адекватным сюжетом и реалистичной рисовкой. Ну, может, не обязательно реалистичной рисовкой, но если по стёбу, то там Kill la Kill еще ок. Но Kill la Kill, оно явно пародийное. К нему хотя бы вопросов не возникает, то, что оно такое. А то некоторые, ну, из аниме, они не очень осознают вообще свое направление, мне кажется. Ну или, по крайней мере, это просто японское такое. Японский взгляд на все вещи. А мы здесь привыкли по-другому вещи воспринимать. Как мне вернуться в штаб? Вот в чем вопрос. Должен быть какой-нибудь портал, что ли? Я не знаю. No Game No Life, по твоим словам, звучит, конечно, дурно. Да... Ну, везде, где фигурирует богиня, я думаю, да, это все порно. Гуррен Лаганн. Ой, не хочу, даже не начинай. А здесь куда я попаду? Могильник проклятых. Я там был, да? Я так подозреваю, я там был. Но не все прошел. Секреты, монстр, не получив урона. Нет, чушь. Я не понимаю. Я не понимаю. А, они хотят, чтобы я реально встал и прошел вот вниз до замка, что ли? А что, нельзя порталы какие-нибудь придумать? Бежать очень скучно. Такое большое расстояние. Зря ты предвзято относишься к Гуррен Лаганну. В старом Джо-Джо рисовка лучше. Ну ладно. Паразит — история о жизни. Там, короче, чувак учится жить одной жизнью с инопланетным организмом, симбионтом. Ну, типичное аниме, понимаешь? История о жизни — это крутой учитель Онидзука. История о жизни — это Бэк. А это трэш какой-то. То есть я понимаю, что наверняка там много
философии какой-то, но я привык к другим историям о жизни. И философия, а символизм из разряда, да, может быть, типа, этот организм, который живет в нем, он, не знаю, отображение твоих соседей или типа того, но я бы лучше посмотрел просто аниме про твоих соседей. О жизни с инопланетными паразитами, да. Ghost in the Shell смотрел. Любой мульт Хаяо Миядзаки. Ну, кстати, можно было бы. Я и парочку не видел. Вот два последних и какой-то один старый еще я не видел. Но, блин. Че я сюда приперся-то? Говорится, царица! Че, кого? Давайте продадим все. О, кстати, что такое? Моментальное заполнение шкалы овердрайва. Ну ок. Это вот мне не нужно. У меня лучше, да? На какую кнопку продавать? А вот Y. Почему на Y продавать, а? Вот надо каждую кнопочку проверять. 10% к урону в ближнем бою. Вот первый уровень, я думаю, можно продать. Хотя, хорошая. Почему на Y продавать? Почему все так неинтуитивно в этой игре? Плюс 48 к бронебойной системе. Блин, вот этот меч хороший, наверное. Может, мне с ним ходить просто? Давайте я с ним буду ходить, а это... Ну, блин, коса сильнее. Ладно, я сейчас что-нибудь куплю просто. Вот надо посмотреть. Я могу вот у него... Вот у него классный меч. Вот этот вот меч. 29.42. Ну и отстой. Почему так много стоит? 20.40. 17.34. 20.20. Вы издеваетесь? 20.28 стоит 6 тысяч? Что это за трэш? У меня... Это какой-то первый меч, который мне в начале игры дали. Больше наносит, чем намного. Дичь полная просто. Ладно. Ну типа продать, наверное, да? Продать. Я думал продать. Пресс Y, чтобы продать. А цикады? Цикады не смотрел, не знаю, что такое. Мастера меча онлайн. Чувак, по описанию сюжета Мастера меча онлайн понятно, что полный бред вообще. Врата Штайна довольно неплохое. Ну тогда. Мне так, не очень вкатило. Короче, понятно, никто не может мне ничего посоветовать. Остается один Джоджо, который я и так собирался смотреть. О, вот этот похож на оружейника. А это та бабца. Ну, у нее все слишком дорого. Вот тесачина. 37 тысяч. И он хуже... А, не-не-не. А, ну он более-менее ок. Ну, 37 тысяч. 29 тысяч. 42. Дичь вообще, полная дичь. Такие цены, такие цены. У них что, тоже доллар взлетел, что ли, или что? Ну, кстати, карты можно закупить. Вообще есть нормальные? 30 к броне. Дичь. Волчицы пряности нет, не смотрел, звучит туныло. Когда плачет цикада, триллер с массовыми убийствами. Но это не очень интересно на самом деле. Убийство просто так, это скучно. Да, конечно, по-любому. Пойдите в царский склеп. Мне нужна стрелочка. Я не знаю, куда идти. Покажите мне стрелочку. Оу, так. Или мне мышкой надо выбирать, что ли? Царский... А, вот царский склеп. Погнали.
Супер тюрьма, я смотрел супер тюрьму. Дальше первого сезона ныне. Он любит крутиться, как я. Прикольно. У нас много общего с этими скелетами, на самом деле. Темнее черного смотрел. Терри Пратчетт, я читал какую-то две книги, два романа, они были у меня в одной книге, и они были почему-то очень отстойными, то есть я не читал вот этот основной цикл, что там у меня за основной цикл, но у меня была книга, в ней, значит, два романа, и оба были отвратительными совершенно вообще, поэтому вот так вот у меня сложилось очень плохое впечатление о Терри Пратчетте. Назывался один из рассказов. Блин. Там какое-то на S название такое короткое. О. Он был отстой. Не суть, в общем. Все-таки погугли, там каждые 4 вроде серии все деревни умирают по неизвестной причине, а следующая серия все начинает заново, но с другим развитием событий. Не знаю, чувак. О, уровень. О, теперь уровень здоровья повысился, он может выдержать что-то. Давайте ящик. Я надеюсь, там будет новое оружие. Хороший меч, может быть. Давайте откроем его. Нет, это все же гребаная карта, но 5-го уровня. Кстати говоря, серьезная какая-то карта. Вообще не стоит взрыв. Отлично. Блин, вот реально, почему я не могу нажать А и выбрать, куда положить? Это элементарнейшая вообще работа с интерфейсом. Отсутствует. Для того, чтобы положить эту гребаную карту, я должен перейти сюда. Убрать вот эту вот карту на X. Опять же, почему-то на X. Нажать на эту на А. А. Нужно что еще? А, я понял. Это тогда тоже убираем. Нет, тогда неинтересно. То есть, если у меня будет одна эта карта. Наверное, нет смысла. Хотя, она хорошая. Ладно, оставим это. В общем, не очень удобно сделал. Скину видео в группу. Гарантия на по зеленой планете нет, не смотрел. Гинтаму не смотрел. Интересно, как будет выглядеть аниме в 30 кадров в секунду. А я не знаю, кто-нибудь вообще сделал. Не, в аниме не делается. Плавная анимация не делается в аниме. Тогда это будет что-то уже совершенно другое. Самое качественное, не знаю, мне кажется, у Миядзаки. Ну или Акира, опять же. Но даже там далеко вообще не 30 кадров. Ergo Proxy смотрел. Тут у нас сейчас что? Пробудить. Может, не стоило? Зачем мне специально пробуждать врагов, чтобы убивать их? Он же никого не трогал, он всего лишь спал мертвым сном. Я разбудил его, чтобы убить его. Чарльз Эвингтон, маньячина. Заставляет людей играть за деньги, короче, в Айвона без эбоши, чтобы они страдали. Общего рыцаря Аркхэм и аниме. Есть аниме про Gotham Knight, по-моему, называется. Или как?
Как-то, короче, есть аниме про Бэтмена просто. Возможно, ты хотел сказать какую-то шутку, но я не понимаю шуток, поэтому да. Низкий FPS. Да, 35-40. Сейчас опять 60. Не доставляет собирать эти шарики, на самом деле. В аниме гарантия, мне понравилось то, что всего один сезон и завершён. Странное сообщение. Ну что ж. Блин, вообще вот обрез не чувствуется дробовиком. Чувствуется как пистолет какой-то, который стреляет одним выстрелом. Вместо того, чтобы, знаете, прям дроби там по троим сразу. И они разлетаются на куски. А дробь только супер удар, а тут странный. Ну не знаю. В принципе, там прикольно играется, но есть ощущение, что могло бы быть намного лучше. Не додумали момент, не доделали. Может, у разрабов достаточно таланта, правда, в других жанрах. Это, кстати, разрабы делали Тропико, Амерту, City of Gangsters и так далее. То есть, блин, они экономически делали стратегии. Внезапно сделали экшон такой, видимо. Видимо, не доделали. Не хватило ничего, таланта. Или знаний в жанре. Чё-то несёт вот этот вот голос. Это чё вообще, это в голове что-то у меня? Ну то есть в игре. Чё он несёт? Вот в чём вопрос. Какой твой любимый босс в Dark Souls 1 и 2? Ну, не знаю, это надо подумать. Первым. Блин, Каппа демон. Блин, ну потому что я дольше с ним парился вообще, я его ненавижу. Но с другой стороны, прикольно. Он очень такой гибкий. Им интересно сражаться, мне кажется. Я правильно назвал Каппа демон? То есть Каппа, это понятно, что это Каппа. Во втором. Наверное, вот этот вот. Вагинообразный дракон, который вылезает в канализациях. Наверное, он прикольный. Он просто очень стильный. Жопа демон тоже довольно здоровский. Я в первом Dark Souls самого первого босса пройти не смог пройти. Да, очень странно. Рубилова. Неостанавливаемая, бесконечная, унылая Рубилова. Не, ну, в принципе, блин, ну, я не знаю. Слишком скучно и однообразно, я бы сказал. Боевка слишком опирается на экшен, ну, то есть... Ну, практически полное отсутствие всяких ролевых элементов. То есть нет особенного выбора оружия есть, но очень минималистичный, да? А боевка, ну, боевой системы нет. Ты долбишь одну кнопку, суперспособность, это минус. Раз уж они так опираются на экшен-составляющие, они могли бы, ну, сделать комбо там всякие, ну, типа того, знаете. Так, ну хз.
Мне не дают играть с мечом, потому что все мечи слишком сосут. Это меня расстраивает. Я бы хотел играть с мечом. Ну, я не знаю, можно было бы столько всяких крутых штук сделать, знаете, как в Final Fantasy был меч с пистолетом скрещенный, я хз. Просто игре не хватает оригинальности. Ну да, и оригинальности не хватает. Ну, то есть, ко всему вышеперечисленному не хватает оригинальности. Всяких там классного оружия интересного, интересных врагов, интересных персонажей. Ну вот реально, если вы делаете простую игру, вот простая игра, да, ей бы было бы, блин, 1000 очков, если она была бы, например, с юмором. А сделать юмор не так сложно, надо просто сделать веселого героя, который будет отпускать шуточки по каждому поводу. Ну из разряда, не знаю, Serious Sam, да? Не знаю, было бы прикольно уже. Хотя бы слушать комментарии героя, да? Уже был бы интерес какой-то больший. Coming back full circle, Victor realized that the choice was meaningless. Я дико удивился, когда первый босс в Dark Souls балкон уронил, но забил его с первого раза. Ну да, он удивляет. Тесла оборотни делают вашу игру лучше на 10%. Да, это без сомнения. Не, ну вы помните, в Ван Хельсинге там, например, были локации из разряда каких-то летающих там в эфире островов, да? Это офигенно. А чё тут мы идем по подземелью с ящиками? Ну охренеть, как весело. Так, а тут мы уже были, зачем мы возвращаемся сюда? Нет, не хочу. Б! Циркулярка, ты реально, пушка, стреляющая циркулярными пилами. Ну как сложно придумать такое? Уже все придумано. Просто используйте это. Они, видимо, хотели сделать серьезную игру про то, как чувак бьет пауков. Ну если серьезно, то надо хотя бы достойный челлендж. По-моему, игра зависла. Я ничего не могу сделать, игра зависла. Но, видимо, это символ, это знак того, что надо заканчивать. Потому что, ну, я все равно собирался это заканчивать. Сделать, наверное, надо итог по игре. Виктор Ван, или как надо? Я даже название уже забыл. Короче, ну, в принципе, нормальный, адекватный экшен. Но недостаточно разнообразия, наверное, я бы сказал. Во-первых, да, на серьезных щах нам преподносит то, что главный герой борется с пауками. Это скучно. Ну, они могли что еще? Червей против нас поставить, может быть? Кого еще? Каких-нибудь более унылых врагов? Очень скучно. Унылое оружие, довольно-таки кривой интерфейс. Ну, то есть не то, чтобы совсем ужасный, но явно можно было бы сделать намного лучше. Странное управление, ну, можно привыкнуть, но я думаю, зачем изобретать велосипеды, правильно? Но главная проблема — однообразный геймплей. Он, конечно, хороший, в него весело играть. Я думаю, если играть в коопе, то вообще классно. Но слишком однообразно все-таки. Не хватает комбо, не хватает интересных противников, не хватает чего еще. Не знаю, каких-нибудь способностей прикольных героям. Вот помните, в третьем Ведьмаке, когда за Цири играешь, у него в определенный момент появляется способность, когда ты удерживаешь, короче, кнопку удара, и потом она телепортируется от врага к врагу и бьет всех, да? Вот эта вот, одна вот эта вот способность в Ведьмаке делает игру на 1000 просто процентов интереснее. А в этой игре нет ничего похожего. Нет ничего, что могло бы сделать игру интереснее. Просто нормальный, адекватный экшен, в который можно, наверное, весело поиграть вечерок. Но, не знаю. Я уверен, есть игры такие же, но поинтереснее. Тот же, не знаю, Torchlight. Torchlight в 1000 раз вообще прикольнее. Но Torchlight, наверное, я не знаю, на геймпаде в него можно играть? Всякие Sacred 3, Dungeon Siege 3. Я так понимаю, из того же жанра. Они получше будут. Определенно получше. Это простая игра. Как можно было ее запороть? Раз она такая простая, ее можно было бы сделать интереснее всякими ништяками. Юмором, необычностью, не знаю, дичью какой-нибудь. Ну, чтобы просто было угарно.
Но нет, они ничего не сделали. И жаль. Могло бы быть прикольно. Ну ладно. Не знаю, можно оценку поставить. Я бы поставил, не знаю, 6 из 10, например. Ну, это хорошая оценка, да? Я не могу даже свернуть игру, чтобы закончить стрим. Вот, кое-как. Да, игра зависла. Stopped working. Окей. Ща. Виктор Вран. Ну да. Два третьих Диабло из пяти вторых Торчлайтов, короче. Обязательно буду шутить на следующем стриме. Не забудь запилить блиц-обзор на лайв-канал. Да ладно, да ладно. Но вот этот вот весь стрим я, наверное, на лайв-канал повешу. Ну, то есть на основной лайв-канал я буду закидывать вот такие вот, типа, первые взгляды на игру, да? Ладно, всем спасибо, кто пришел сегодня. Отдельное спасибо тому чуваку, который занес 200 рублей. И мы увидимся в следующий раз. До свидания. Нравится твоя вагина, в ней что-то есть, что так надо мужчинам. Вставляет лучше, чем от кокаина. Она причина, что я пьян, как скотина. Это бомжа поспереди, если б не сказали, я не смог бы поверить им. Не знаю, как описать это правильно, но на нее я печать бы поставил, да. Я твоя вагина, она полезнее витаминов. Она королева вечеринок, делает из мужчин кретинов. О, все в твоей власти, за твоей интимной части. С тобой в контрасте, другие женщины просто ужасны. Ты намного губастей, ты намного грудастей. Набью твое имя, сука, на одном из запястий. Так нравится твоя вагина. Мне что-то есть, что так надо мужчинам. Вставляет лучше, чем от кокаина. Причина, что я пьян. Мне так нравится твоя.